«Одинокий волк», вторая серия. А теперь послушай меня очень внимательно. Забудь, кто ты, чтобы те, кто убил твою семью, не нашли тебя. Ты забудешь всех, каждого, свое имя, свое прошлое. Меня тоже забудь. Не связывайся ни с кем. Ты будешь жить как одинокий волк. Сейчас Йигит Йылдырым мертв. Все должны так считать. Отныне тебя зовут Алтай Куртоглу. Алтай Куртоглу. Бог уберет весь страх из сердца сироты. Отныне нет ничего страшного. Сейчас иди в свою новую жизнь. Готовы начать этот вечер? Человек с железным кулаком, с неизгибаемыми запястьями, человек, написавший книгу татуировки, Куртоглу идет! Продержись не менее 5 минут, иначе ты ни копейки не получишь. 5 минут. Запах крови — это то, откуда мы идем. Выходит легенда. Побеждает тот, кто выживет. Да, ставки продолжаются. Ставки сделаны. По-твоему, кто победит? За кого ты, тот и победит. Слушай, брат, 50 тысяч на Куртоглу. Нет никаких правил. Жалости нет. Выживший побеждает в бою. Thank you.
так. Ну как? Ты так настаивала, чтобы прийти сюда вечером, и даже не смотришь. Я забыла, насколько это дико. И ничего не могу с собой поделать. Вставай, вставай! Вставай! Разве я тебе не говорил 5 минут? Всего лишь 5 минут. Мы привезли этого человека из Америки. Мы рекламировали этот бой по всему миру. А ты за 3 минуты избил человека. Мы победили, дорогая. Всегда побеждает тот, кто на твоей стороне. Просто будь рядом со мной. Я больше никого не хочу. Я пойду в туалет. Приходи до начала нового боя. Ладно, любимый, не скучай. Я не знаю, что им в этом нравится. Займись своими делами. Ты даже не заметила мое новое кольцо. Ого! Что это? Черт возьми! Такое же большое, как моя голова. Пошли. Чувак, давай. Давай же. Давай! Наконец-то. Поздравляю. Спасибо. На этом деле можно и экспортом, и импортом заниматься. Понимаешь? Я обещал, если... Ладно, ладно. Справимся. Thank you.
Архан! Архан! Архан, приходи в себя. Очнись. Посмотри на меня. Смотри на меня. Эсра, ты что тут делаешь? Потерпи. Я вытащу тебя отсюда, ладно? Послушай меня, Эсра. Эсра! Назим, я попался за сотрудничество с криптовалютами. Меня застукали за тем, что я встречался с государственным работником. Чей это был человек? Фатахада Хакен. Как так? Разве их не поймали? Мы так думали, но они повсюду. Они реорганизуются. Какие цели они преследуют? Помнишь проект Елдерым? Проект защиты. Да. Новая миссия крипты — уничтожить всех, кто работает над проектом Елдерым. Ты должна как можно скорее передать эту информацию нашим, Эсра. Я не могу тебя оставить в таком состоянии. Давай, давай! Они тебя тоже подозревают. Во время допроса они спрашивали, знаю ли я тебя. Хорошо. Не волнуйся, мы выберемся отсюда вместе, давай. Эсра, ты должна уйти. Не думай, что будет, если они поймают тебя. Иди спаси свою дочь. Есть только одна вещь, которую ты можешь сделать для меня. Благослови. Черт возьми. Беги. Беги, Эсра. Беги! Архан! Беги. Беги, беги, беги! Госпожа Эсра. Не дай разрушить свою родину. Пусть не будет срублено дерево в тени. Не позволь великолепной воде, из которой течет твой энтузиазм, иссякнуть. Пусть не ломаются твои крылья. Используй свой меч и не дай ему заржаветь. Пусть Всевышний не сделает тебя нищей. Не теряй надежду, которую дает тебе Бог. Пусть конец не будет отделен от чистой веры. Что творишь? Как вы и приказали, мы проверяли его каждые полчаса. Но он развязал руки и начал стрелять. Где он взял пистолет? Не знаю. Чего тебе?
Детка, я еду за тобой. Сейчас? Да, я уже в пути. Надень кофту, как мы говорили раньше, и жди меня. Хорошо? Хорошо, мама. Ты знаешь, что делать, если что-то пойдет не так. Я знаю. Я тебя люблю, Элла. И я тебя. Проклятие. Проклятие. Стой, невестка, стой! Уезжайте, это не я, уезжайте! Остановись! Стой! Стой! Газуй. Мне нужно ехать, пожалуйста. Госпожа Эсра! Госпожа Эсра! Невестка, что ты делаешь? Пустите меня. Отпустите, пожалуйста. Отпустите, не надо. Я ничего не делала. Отпустите меня. Что, черт возьми, здесь происходит? Все нормально? Нормально. Ты есть тот самый боец, Куртоглу. Почему ты убегаешь? Длинная история. Поедем в полицейский участок? Нет, там с Даганом ничего не сделают. Я не поеду в полицию. Неужели тебе некому больше поехать? Моя дочь. Мне нужно поехать к дочке. Она в школе-интернате. Я сказала, что приеду перед тем, как попала в аварию. Я сказала, я заберу тебя. Сказала, собирайся. Если он не найдет меня, он поедет к ней. Хорошо. Ты ездила на мотоцикле? Ездила. Поехали. Где Эсра? Она попала в аварию, брат. Она сказала, что она в беде. Потом пришел парень. Кто пришел? Я не знаю, брат. Где ты, девочка? Седьмая международная школа. Добрый вечер. Я Даган Сакинмас. Я опекун.
Элла Тюркмен. С кем я говорю? Я миссис Коллинз, господин Даган. Я дежурный учитель. Если я попрошу, не могли бы вы проверить Эллу? С ней все в порядке? Есть какая-то проблема? Ее маме приснился плохой сон. Конечно, господин Даган, немедленно. Будьте уверены, Элла крепко спит в своей кроватке. Доставил вам хлопоты. Спасибо. Эсра никогда не уедет, оставив дочь. Тут что-то не так. Вот же. Она разве не спала? Позвони парням, которых мы послали. Пусть сейчас же заберут девочку. Элла, алло. Алло. Элла. Элла, что ты делаешь? Элла? 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 Элла, разве ты не должна быть в постели? Проблем нет. Даган послал нас, мы заберем Эллу. Мы только что говорили, он не сказал мне ничего подобного. Садись в машину, Элла. Стой, иди сюда. Элла, мне нужно срочно забрать дочь. Элла убежала из Раханым. Что происходит? Сбежала? Приехали мужчины, она сбежала. Люди Дагана. Он? У него пистолет! У него пистолет! Эсра! Эсра, с тобой все в порядке? Сумка Эллы. Эсра! Эсра! Старец! За вами следят? Нет. Сбил ее? Она убегала от одного мерзавца. Она была в беде, я помог ей. Зачем ты принес ее ко мне? Я не могу отвезти ее в больницу. Ее найдут. И
Эти подонки следят за ней. У нее есть раны или ушибы? Пусть отдыхает. К утру и следа не останется. Элла. Элла. Девочка, ты где? Элла, детка. Элла. Значит, в деле еще замешан ребенок? Теперь понятно, зачем ты ввязался. Неужели ты ничего не расскажешь? Поздно уже. Я приду утром, и мы поговорим. Куда ты направляешься? Девушка спит, и ты тоже спи. Мне ждать у твоей головы? А что мне делать, если девушка проснется раньше тебя? Не пускай ее никуда. Не дави на нее своими вопросами, чтобы не сбежала. Кто это убегал от моего разговора? Да чтобы меня послушать, откуда только не приезжают. Кто приезжает? Кто-нибудь стучится в твою дверь, кроме меня? Ты не знаешь. Они заходят, не стуча в дверь. Эй, будь осторожен. Ища Эллу, не найди беду. Причина моего отчаянного беспокойства – моя рана. Мне нужен доктор. Мое сердце ранено твоей рукой. Ты напрасно была со мной. Мне нужен доктор. Эта рана из-за любви. Медицина не помогает. Твое утешение не помогает. Лекарство не найдено в тебе. Ты была со мной напрасно. Не связывайтесь с докторами. Boşuna benimle uğraşma doktor. Ничего себе, брат! Вставайте, начальник пришел. Не кричи. Что ты говоришь? Пришел сам Куртоглу. А они будут лежать как овощи на грядке. Вставай. Я принес вам горячие пироги. Боже мой. Мальчики, остановитесь. Не толкайтесь, не толкайтесь. Женщины и дети в первую очередь. Брат, спасибо тебе большое. Они с самого утра не ели. Это мне. Я не вижу Канера. Хорошая новость. Семья нашла его. Улицы помогли ему. Дай бог и тебе. Ну что ты, брат, не говори так. Ты хочешь, чтобы я пошел домой и меня избил отец? Подумать, на улице вас никто не бьет. Когда бьют чужие, не так обидно. Но когда это делает отец, меня это трогает, брат. Акиф, я дал тебе обещание. Хочешь, я пойду и убью его? Не хочу. В конце концов, он мой отец. Но пусть Бог накажет его. Ты хороший мальчик, Акиф. Не печалься. Мы всегда с поднятой головой, брат. Если она наклоняется, значит, эта любовь нас одолела. Остальное — ложь. Я собираюсь попросить тебя кое о чем. Конечно, брат. Мне нужно найти этого ребенка. Ему лет 7-8, он один на улице. Только ты сможешь найти его, Акиф. Сестра рядом с ней настоящая красавица.
Что такое? Ты уходишь? Ты кто такой? Я хозяин, а ты гость Божий. Неужели он привел меня сюда? Кто? Этот борец Курдагу. Да. Где он сейчас? Он пошел на улицу на поиски. Что ищет? Я не знаю. Трудно понять его действия. Он ушел. Я тоже должна уйти. Сюда нельзя прийти и уйти. Это не так просто. Можно. Я пойду. Такси, автобусы, маршрутки. Что-то такое есть? Нет. Как ты тогда живешь, если нет транспорта? Мой дед 90 лет жил, не покидая свою деревню. Колесо, вероятно, еще не было изобретено. Итак, ты собираешься уйти, верно? Сейчас же, если это возможно. Тот, кто привез тебя сюда, сказал, чтобы ты не уходила до его возвращения. Но решать тебе, мы не вынуждаем остаться тех, кто должен идти. Алло. Это я. Отправьте машину. Машина будет через часа три. Присаживайся. Слива была вкусная? Я съела, не спросив вас, но... Я ей не владею. Приятного аппетита. Что это? Конет всех видов, всех пород. Что это значит? Каждый вид летает со своими сородичами. Голубь с голубем, ястреб с соколом. Ты когда-нибудь видела, как голубь пикирует с ястребом? У них у обоих есть клюв, у них есть крылья. Но нет, другими словами, человек может жить себе подобными. Очень красиво. Ты сама пугливая голубка, но пытаешься летать с другими птицами. Да, но моя хищная птица не ястреб. Даган. Что делает этот Даган? Даже дьявол не понимает его дел. Не стоит недооценивать дьявола, девочка. Он бросил вызов Богу. Если бы вы знали Дагана, вы бы согласились со мной. Раз ты мне не говоришь, иди и расскажи государству о своей проблеме. Ты разве не знаешь? Они не знают закона и порядка. Военные, полиция, государство не знают. Он даже книгу Всевышнего не знает. Всякое живое почувствует вкус смерти, моя прекрасная девочка. Когда придет день, они узнают его. Выслушай меня и не бойся. Иди к справедливости. Я не боюсь за себя. У меня есть дочь. Я не могу подвергать ее опасности. Ну, отец девочки, разве это не тот крутой парень, от которого ты убегаешь? Нет, ее отец в другом месте. Он тоже не может нам помочь. Разве у тебя нет матери, отца, брата? Мы росли сиротами. К
Так если он не отец твоей дочери, как ты попала в эту беду? Разве мы все не связываемся с неправильными людьми в какой-то момент нашей жизни? Да. Если бы ты думала о своей дочери тогда, ты бы не думала об этом сейчас. Не ввязывалась бы в это дело. Скажем так, пришлось. Так было нужно. Мне нужно ехать к дочери. Хорошо, езжай. Осторожно, осторожно. Продолжай. Арджан, так держать, брат. Маленькая леди, вы спрашивали о микроавтобусе. Прибыл? Горячие семиты! Я возьму. Семит нужно есть с сыром. Приятного аппетита. Где она? Ушла. Я же просил не отпускать. Она сказала, что должна пойти к дочери. Я же не мог удерживать ее силой. Куда она ушла? Она вернулась к своей жизни. Я не знаю. Оставь все как есть. Ты сделал все, что было необходимо. Я говорю, она в беде. Есть 40 видов неприятностей, сынок. Очевидно, что ее преследуют непростые уличные хулиганы. Кто знает, из какой тьмы эти демоны? Тебе какая разница? Зачем тебе это? Молодая мама в безвыходной ситуации со своим ребенком. Я наткнулся на нее. Говорю тебе, ей некому помочь. Если никого нет, есть государство. Это ты об этом говоришь? Нужно было поступить так же, когда ты нашел меня, старик. Развернуться и уйти. Разве не ты меня научил быть на стороне слабых? Не трогай меня. Destan 2500 yıldır yalnız bir kurt gibi dosta güven, düşmana korku veren Türk milletinin hikayesidir. Озвучено студией Good Time Media специально для онлайн-кинотеатра «Иви» в 2024 году. Роли озвучивали Наталья Долгова, Екатерина Брандт, Александр Ружейников и Иван Породнов. Аллах'ın verdiği umudun kesilmesin.
ahir sonu arı imandan ayırmasın.